Его держали во дворе для забавы посетителей. И эта забава заключалась преимущественно в травле пленника собаками. Несколько раз молодой волк был искусан до полусмерти, но каждый раз побеждал. И с каждым месяцем уменьшалось число собак, желавших потягаться с ним. Жизнь его была очень тяжела. Единственным отрадным проблеском была дружба, возникшая между ним и маленьким Джимом, сыном трактирщика. Эрнест Сеттон Томпсон, «Виннипегский волк». Говорят, с волками жить, по-волчьи выть. А каково это, жить с волками? Здравствуйте, это программа «Планета собак».